Всем привет! Как видите, кулинария продолжается. Меня она просто преследует. В данный момент я нахожусь на мастер-классе от Nutella. И тут есть мои подписчики, которые в Instagram выиграли этот мастер-класс. Поэтому мне очень приятно. Подписывайтесь на Instagram. Посещать будем вместе разные мероприятия. Сейчас мы готовим 3 десерта. И один такой прям очень... У нас тут даже есть маленькие кулинары. Я не взяла своих, потому что Демка маленький, он бы просто не дал возможности приготовить. На них бы, конечно, взяла с удовольствием. Но Демку оставить не с кем. Сегодня выходной, суббота. Поэтому я ненадолго вот уехала в мастер-класс. Итак, Инстаграм, опять же, оставляю. Подписывайтесь, и дальше вот будет. Ты любишь миндаль рафаэлло? Уже по чуть-чуть добавляем. Ну, скажем так, только они увеличились в 3 раза. В принципе, они увеличиваются в 4, вернее, 5-6 раз в объеме. Тут мы посыпаем сахар где-то за 5 раз. Только наши белки собьются на 100%, это произойдет где-то через белки 3-4, мы увеличим скорость на максимальную, так чтобы сахар уже растворился полностью в белках. На самом деле правильно сделал, что он начал ломать для начала. Не нужно будет вообще. Конечно. А мелкими, да? Да. Вот это презентация. Отлично. Вот оно как создается. Творчество. Вот, вот. Отлично. Постарайся подать тарелку. Вот так, отлично. Вот это красота. Супер. Да, надо отойти на всякий случай. Класс. Так что, девочки, подписывайтесь на мой канал. Выберите вот такие вот мастер-классы. Приходите с деткой. Нет, заходим. На тарелку. Приветствую вас в сентябре. И знаете, где мы с девочками? На яхте. Мы с девчонками устроили себе такой девичник с фотосетом. Поэтому Инстаграм, Инстаграм, еще раз Инстаграм. Кто не в Инстаграме со мной, то обязательно подписывайтесь. Мы катаемся по Днепру, и я надеюсь на то, что такая погода будет как можно дольше. Очень хотелось бы. Ну, или чтобы в сентябре на мой день рождения, или я куда-то уехала, или чтобы такая погода была. Я бы тоже взяла яхту и шампанским встречала закат. Классная идея. Она только что мне пришла в голову. И хочу вас познакомить с девчонками. Сейчас я сделаю по-другому. Я буду давать каждой минуту, и она будет за минуту рассказывать о себе. И оставлю внизу ссылочки на Инстаграм, и у кого есть каналы, на каналы. Так что подписывайтесь. Это Олечка. И сейчас Олечка расскажет о себе. Да, я главный редактор Beauty.ua, мама-блогер. У меня очень сказочный Инстаграм. Приходите, читайте. Я всегда искренне и всегда рада делиться позитивными эмоциями. Привет, я Настя. Меня можно найти в Инстаграме по нику Настасья Fashion Blog и мой печатный блог fashionblog.com.ua. Я пишу про моду, а в своем Фейсбуке я пишу про много других еще всяких интересных вещей. Вот, так что приходите и читайте. А это наша Сашенька. С этой стороны объектива. Привет. Нужно уже говорить? Да. Что сказать? А меня зовут Саша, я лайфстайл-блогер, и мне так нравится этот образ жизни, когда можно просто с девочками на яхте провести лето, это классно. Да, мы пытаемся учиться делать свою жизнь такой, как в фильме, какой бы мы хотели ее видеть, правда? Да, только расскажи, пожалуйста, о своем канале. У меня блог и канал «Бренды и тренды», я пытаюсь следить за трендами, успевать все. Пытаюсь успевать отслеживать их и рассказывать о них своим девочкам в своей аудитории, поэтому заглядывайте на мой канал. Она очень-очень добрая и очень классная. Подписывайтесь на нее. Спасибо. Я уже не знаю, какой блогер. Я же не знаю, какой блогер. Какими только блогером не была. Я классный человек, да, это самое главное. Я почти, наверное, фэшн сейчас. Да, она фэшн. Где-то фэшн. Фэшн из моей профессион. Ну, подписывайтесь на вот канал. Вот такой стильный лук у нее, да. Да, она у нас самая такая прям... Ну, конечно, конечно. Самая одетая.
Вы наша блондиночка, красоточка. Расскажи о себе. Меня зовут Ира, мне 38 лет, у меня двое детей. Я занимаюсь тем, что я тоже блогер. Я пишу о моде и о стиле жизни, и о позитиве. В принципе, то есть это моя такая позиция. Мне кажется, что блогер должен выдавать позитив в эфир. Все девочки выдают позитив только в эфир. Подписывайтесь на всех, мы все офигенные. А чей голос я там слышу? О, здравствуй, дружище. А мне тут говорили, что новый супергерой где-то завелся, это правда? Угу. Привет, ты опять умеешь давать? Класс, смотри, что у меня для тебя есть. У меня сегодня новый самолет. Это он. Видишь, я на нем сегодня сюда прилетел. Я тебе дарю его. С помощью него ты сегодня будешь летать. Договорились? Держи крепко. Тебя как зовут, дружище? Димит. Здравствуй, ты меня узнал? Угу. Как меня зовут? Бэба. Класс, давай пятерик. Ника. Ника. А кто Ника такая? Подружка твоя или сестричка? Подружка. Тоже подружка? А, у тебя все подружки дома, да? Я понял. Давай мне свою руку, выходи поближе ко мне. Вот, смотри, помаши вот так вот своими шариками. Помаши вот так. Дын-дырын-дырын-дырын-дырын-дырын. Нравится? Мы сегодня с ними еще отправимся полетать. Да. А скажи, пожалуйста, ты бы хотел стать настоящим супергероем? Да. Ты был бы настоящим суперзайцем. А какой у тебя любимый супергерой? Бэтмен. Бэтмен, это же я. Слушай, так мы с тобой настоящие друзья. Скажи, а ты готов пройти настоящее задание супергероя? Да. Чтобы стать самым умным, самым сильным и самым классным парнем в мире. Да. Давай тогда отпускай наши шары, пускай они взлетают высоко-высоко вверх. Под потолок мы их потом заберем. Да мы как назло еще потолок не сделали. Вот, ничего страшного, главное, чтобы не лопнули. Шарики пока остаются там, мы их потом достанем. Ну что, ты готов к первому заданию? Да. Скажи, пожалуйста, а каким должен быть супергерой? Как? Наверное, быстрый. Да. А ты быстрый? Да. А ты умеешь бегать? Так вот, быстро. Да. А ну покажи, как ты быстро бегаешь. Покажи, как ты. О, молодец, возвращайся еще быстрее ко мне. Молодец, давай пять. А кто там чихает такой маленький, а? Это наш Томас чихает. Вот. Это Томас ваш? Это что, это ваш домашний крокодил? Нет, котик. А, котик, прости, я путаю их постоянно. Скажи, а твои подружки умные? Угу. А давай их проверим. Давай. Давай проверим. А давай еще тебя проверим заодно. Ты готов? Итак, смотри, как ты думаешь, эта подружка справится с моим заданием? Подружка. Как ее зовут, ты знаешь? Мама. Вот эту подружку зовут мама? Нет, Ника. Ника. Итак, смотри на меня. И сейчас я буду тебя путать. Ты готов? Главное, самое, не запутайся. Итак, да. Ты знаешь, где твоя голова? Да. Покажи мне свою голову. А где твои плечики? А голова? Плечики. А где животик? А где коленки? Животик. Да. Коленки. Животик. Коленки. Голова. Попа. Так, чтоб не попал тебе по попе. Да. Готов? Я тебя не слышу, ты готов? Да. 3, 2, 1. Полетел. Давай. Молодец! О, попал по попе. Что, маму не слушался, да? Все. А ну давай еще раз. Посмотрим, сможешь ли ты пробежать так, чтоб не попало тебе по попе. Давай. 3, 2, 1. Оп. Беги. О, что такое? По спинке попал. Давай еще попробуй. Это, наверное, ты за компьютером, за планшетом много сидел и харбатился. Нет. Чтобы было ровненько. Готов? Не больно? Тогда готов так пробежать, чтобы не попало вообще. Быстро. Разомни свои ножки. Да. Разминай свои ножки так вот. Включай суперскорость. 3, 2, 1. Давай, суперскорость! Молодец! Ура! Молодец! Слушай, а пригибаться ты умеешь? Угу. А сможешь проползти так, чтобы тебя не задел наш лазер? Давай, быстрее. Пробирайся так, чтобы не задел наш лазер. А еще ниже сможешь проползти? Вау! А прыгать ты можешь через змейку? Да. Давай, смотри, вот наша змейка начала шевелиться. Оп! А еще выше сможешь прыгнуть? Давай. Молодец. А еще выше сможешь прыгнуть? О! И самый высокий, самый сложный супер уровень. Ты готов? Да. Давай еще одна попытка, ты справишься. Молодец. Молодец.
Ты такой молодец, подходи ко мне. А скажи, пожалуйста, а ты с твоими подружками хорошая команда? Да. Они тебя любят? Да. А ты их любишь? Да. А ты о них заботишься? Да. А давай мы посмотрим, насколько вы хорошая команда. Да. Ты согласен проверить своих подружек? Тогда, подружки, подходите к нам. Прилетит вдруг волшебник в голубом вертолете и бесплатно покажет кино. С днем рождения поздравит и, наверное, оставит мне в подарок 500 эскимо. Ах, я играю на гармошке у прохожих на виду. Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday, dear Нюма! Happy birthday to you! Молодец! Ну что, я продолжаю свою серию влогов. Сейчас я нахожусь на крыше в Голосеевском районе, ресторан Папа Фета, и здесь презентация новой косметики от Навида. Все в пачках, в юбках. Мне не успели привезти, но мне ее передали, поэтому я придержалась дресс-кода. Тоже в таком цвете. Вот. Сейчас основная часть уже прошла. Я вам все расскажу. И я задавала вопросы, узнавала, что и как. Вот косметику, состав косметики и как ее лучше всего использовать. Вот, для сухой, для комбинированной, для кожи, например, жирной. Это мы, в принципе, и так все знаем, но я решила еще раз уточнить, потому что я обожаю гели для умывания, просто обожаю. Но для сухой кожи они категорически, ну, противопоказаны. Поэтому я сейчас перешла на молочко фирмы Jean Destre. Сейчас оно у меня закончится, и я буду пробовать Навиды молочко и... Доминика у меня. Вот, например, косметолог сказала, что в 14 лет, вот Доминике, да, там 13-14 год, что лучше не использовать никакую косметику, просто умываться водой. У нее такая кожа ближе к жирности, иногда высыпание. Но если нет никаких высыпаний, то это только вода. Но опять же, если у вас есть дети-подростки, то лучше проконсультироваться у косметолога. Но это я все позадавала вопросы. Когда сейчас буду уходить, нам будут давать подарки, и там будет косметика. Дома я буду тестить и вам расскажу, и все покажу. А сейчас у нас такая уже часть. Мы тут кушаем, пьем, общаемся, с девчонками фотографируемся. И попозже, я же говорю, я включусь, все вам расскажу и покажу, поэтому оставайтесь со мной. Помимо косметики для лица, есть еще косметика для интимной гигиены. Кто-то любит... молочко, кто-то любит гель. Каждый выбирает то, что хочет. Я еще не пробовала, но опять же, если у вас сухая кожа, то выбирайте молочко. Если жирная или нормальная, то можно пользоваться гелем. Сейчас, подожди. Приехала домой, говорю: Ника, у меня к тебе подарок. Она говорит: давай я расплетусь, чтобы показаться красивая с подарком. Вот, красивая с подарком. Говорит: ой, я надумала видео монтировать. Я говорю: Ника, говорю, а когда ты спать собираешься? Я сейчас красивая. Же школа, уже 10 вечера. Очень красивая. Сейчас я вам покажу, что же все-таки тут. Вообще дресс-код был, я вам уже говорила, да, но так как я живу за городом, мне не успели привезти. То есть мне привезли, но я не знаю, потому что у меня было дома. И это юбка-пачка. Такого цвета, как Ника очень любит. Все, 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 все. Видите, это реакция радости. Красивый. Чуть-чуть все пакетики мне отдашь. Хорошо. Они попытались сделать, и у них получилось. Все девчонки пришли почти все в таких юбках-пачках. Это как из фильма «Секс в большом городе» Гэри Брэдшоу. И здесь футболка. Но вот футболка... беленькая, я думала оставить себе, вот, да, потому что я очень любила футболки, я их миксую с джинсами, с брюками, в общем, со всем на свете. А в городе это как раз то, что мне надо, поэтому эту футболку я забираю, Нике достается юбка, все по-честному. И показываю вам
более не умею носить белые футболки. Да, не поверь, что она не умеет носить белые футболки. Да, ты красивая, малышка. Очень класс, классно. Спасибо. Я, кстати, вещи, видите, как сушу. Да, ну, потому что на улице дождь был, и я дома везде раскладываю. Ладно, неважно. Так, и сейчас разложу, покажу вам новинки, которые есть сейчас в Навиде, то есть косметика. Морские водоросли. Ух ты! Гель для умывания. Вот, кстати, вот то, что я люблю. И только недавно подумала, мне нужен гель для умывания. Но выяснилось, как я и сказала, что расскажу поподробнее. Ну, как выяснилось, я об этом знала, но еще раз убедилась, и тут убедилась уже окончательно, о том, что если у вас сухая кожа, то гелем для умывания лучше не пользоваться. Пользоваться молочком. Николечка, принеси, пожалуйста, мое молочко с ванны Жан Дестре. Вот, и я заказала себе такую умывалку в виде молочка от Жан де... Это не то, это ЛР. От Жан де Стре. У нас мицеллярная водичка. Это все морские водоросли. Я уже заговариваюсь устала. Вот, то, что я купила. Стоит, конечно, не дешево, но там нужна буквально горошинка. Это молочко для умывания, которое, то есть вы все равно смываете водичкой. Вот. Но так как я еще пользуюсь бустерами и тониками, то самое оно, и я вижу по себе, если вы смотрите мой сторис, я начала выкладывать. Кто-то из девочек в комментарии мне написал: «Ой, Аня, ты делаешь процедуры, процедуры, но в Инстаграме ты постоянно с фильтрами». Ну, то есть лицо типа ровнее становится. Мне стало смешно. Ну, я фильтры просто ставлю, потому что там такие кружочки красивые. Поэтому я вот уже последнее время специально, без фильтров, показываюсь. У меня, слава богу, с лицом все в порядке. Сейчас я вам покажусь вот вечером уставшая тоже, что... Все у меня хорошо. И я же сделала процедуру ботокса, тоже вам покажу. Это на канале «Жизнь мамы, которая девушка» будет это видео. Ну как, я не хотела его снимать, но девочка меня попросила, и кое-что я там поснимала, ну как бы для себя больше. Я вам покажу. Вот, вот этим вот молочком я сейчас пользуюсь. Дальше, что еще идет? Вот тоже, кстати, молочко. С витамином Е. Слушайте, витамин Е, он нужен, и его иногда даже в крема можно добавлять, ампулку. Ну, то есть вы разбиваете ампулку, это такой лайфхак, и добавляете в крем. Или можете просто нанести на лицо. Вот я сейчас мой вот этот вот закончится, Жан де Стре, я буду пробовать на Виту. Ну, естественно, мы все знаем палочки, я люблю палочки, и на Виты. На Вита я пользуюсь, и это прикольно, мне нравится, у них такая очень нежная текстура ватных дисков. Слушайте, реально уже устала, потому что прям реально заговариваюсь, что у нас тоник освежающий, но это больше для Ники. Хотя я выяснила, мы задавали вопросы, и, как я уже говорила, что до 14 лет, если нет проблем, и можно даже после 14, вообще ничем не пользоваться, просто умываться, и все. Вот. Но Ника пользуется тониками, у нее бывает иногда высыпание. А влажные салфетки — это вообще, ну, мне кажется, никто не может без влажных салфеток. А на Вита я влажных салфеток не пробовала. Я не знаю, какие они. Тут вот есть с комплексом натуральных масел, мицеллярная вода, морские водоросли. Я положу в сумку и в машину, буду тестить. И что-то тут еще есть, это я даже не видела. А, скраб для лица. Слушайте, ну, это отлично. Я люблю скрабы для лица, хотя для сухой кожи, опять же, надо пользоваться не чаще, чем раз в неделю, а то и реже. Но опять же, пусть будет. Ника у меня, кстати, тоже скрабами пользуется, она скрабы любит. Вот. Я буду тестить, я вам потом в дальнейшем скажу, потому что самое, что мне больше всего нравится, вот я вам даже покажу. А можно, Никусечка? Да, конечно. Сейчас, секундочку. Вот. Я тут отложила себе в стороночку то, что у меня закончилось, и то, что я прям очень люблю. То, что мне очень нравится. Вот. Это бустер Mineral 89. Вот этот вот крем питательный, очень классный. Это тоже Жан де Стре. И там есть у меня еще определенные кремчики, которые я вам, в принципе, тоже покажу. Сейчас, кстати, крем тоже новый от Виши.
пришел, и я просто очень довольна. Вот я уставшая, в течение всего дня я была на мероприятии, везде ездила, и, как видите, с лицом все в порядке. Сейчас я переверну камеру, чтобы было поближе. Ну вот, селфи-селфи. Теперь результат ботокса. Видите, да? То есть я пытаюсь сморщинить лоб, рассердиться, потому что у меня раньше вот здесь вот было два залома, и вот здесь вот мимические морщины. Я поняла, что они становятся все глубже и глубже, и я хотела этого избежать, чтобы кожа, ну так мне сказали косметологи, врач мне об этом не говорил, мне говорили косметологи, что мышцы отвыкают от, ну, как бы, морщиница. И потом, когда проходит, ну, там, полгода, и ботокс перестает действовать, но мышцы уже отвыкли морщиниться. Вроде бы так сказали косметологи. Но в любом случае себя надо контролировать и не морщинить. Я не знаю, как будет потом, потому что я знаю, что многие говорят, что это идет привыкание, а ботокс делать часто нельзя, ты видишь результат, и потом хочешь вернуться к такому же результату, чтобы не было морщинок. Вот, но я уколола только лоб и вот межбровье, и все. А здесь на канале «Жизнь мамы, которая девушка» есть видео, где я делала плазмолифтинг. Мне результат понравился, и все лето я ходила вообще без косметики, прям вообще. Не использовала никакие даже бибишки. И цвет, ну, тон кожи был очень классный, поэтому я очень довольна. Вот, сейчас я тоже довольна своей кожей лица. Сейчас, кстати, я же вам, ну, я в сторис показывала, сейчас я вам и во влоге покажу. Вот от Виши пришел пресс-пак с новым кремом. Крем очень классный. И такой пришел аппарат. Вот, индикатор. Он измеряет влагу. Влагу вашей кожи. Это может быть голова, рука, нога, лицо, шея, все что угодно. Вот, вы прикладываете ровненько вот так вот. Он измеряет. И вот мне сейчас показывают 30. Это критическая точка. Это говорит о том, что сейчас надо умыться и срочно нанести на себя увлажняющее средство. Вот. И вот этот вот крем я им пользуюсь уже, ну, правда, только пару дней, 2 или 3 дня. Текстура очень классная. Я вам сейчас его покажу. Вдруг вам надо. Это новинка. Вот. Он очень нежный по текстуре, прям очень нежный по текстуре, и мне он очень нравится. После его применения, где-то проходит, наверное, сколько я измеряла, сразу, когда нанесла, естественно, высокий показатель, там, по-моему, 56 было, в течение дня становится все меньше, меньше и меньше, и через 12 часов у меня было 43. Ну, в любом случае, это очень хороший показатель. Потому что, видите, сейчас я нанесла утром, сейчас уже 10 вечера, и сейчас 30. То есть надо умыться и опять нанести, потому что кожа требует увлажнения. Все, я закругляюсь, а то у меня такой получился опять болтологический влог. А я хочу вам больше полезности еще рассказывать, а не только болтать. Ну что, я сейчас умылась и решила протестить, потому что я нанесла другой крем, очень-очень жирный, он не увлажняющий, он питательный. И вот хочу с вами проверить. Я включила? Да. 57 показывает. Вот. Вот. Сейчас посмотрим. Лоб. Еще под пигментных пятен избавиться, вообще будет красота. Лоб 53. И шея. Я про шею никогда не забываю. Видите, я нанесла питание, а не увлажнение. И все равно... Увлажнение работает, конечно, лучше, тогда показатели выше. Но на ночь я решила сделать питание, потому что, ну, я по своей коже всегда определяю, что мне надо, увлажнение или питание. Поэтому пока теплое время года у меня увлажнение идет
днем и питание на ночь. Потом все поменяется, потому что будет холодно и надо будет кожу защищать, поэтому у меня будет питание на улицу и увлажнение, так как будет работать обогреватель, теплый пол в данном случае, ну, то есть будет тепло в комнате, то есть радиаторы. Вот, то надо будет увлажнение, увлажнять кожу. И таким образом я за ней ухаживаю. Вот, у меня есть пигментные пятна под ногтем крем. Вот, есть пигментные пятна, вот это вот самое у меня большое. Я после рождения Демки оно осталось. Я пытаюсь избавиться от него, но, как видите, не всегда у меня удается. Оно светлеет, потом опять темнеет. Но, в принципе, я довольна своей кожей. Вот. И вам советую все-таки использовать крема увлажняющие и питательные, потому что сегодня разговаривала с Ирочкой. Я Ирочку очень люблю, уважаю. Девочка-блогер, ей 38 лет, она не выглядит на свой возраст вообще, прям девочка-девочка. Вот, но она говорит, я просто умываюсь мылом и мажусь маслом. Я думаю, блин, блогеру рассказывать, как ухаживать за кожей, конечно, не надо, то есть сама знает, но думаю, ладно, ей, значит, так надо. Но опять же, я все-таки склоняюсь за уход, увлажнение питания. Но опять же, каждый, наверное, все-таки подбирает под себя свой уход. Но в 38 она выглядит довольно ого-го. Продолжаю свое видео, и теперь у меня уже не косметические покупки, а больше строительные, даже не строительные, благоустрой. Это люстры для маленького домика, потому что 19 числа приедут делать потолок. В мамин дом я делаю натяжной потолок, это самый экономный вариант, но у меня будет... Блин, я забыла снять сигнализацию и открыла. Ну, открыла и еще раз открыла. Все открыла, не ори на меня. Вот. И получается, что у себя буду делать чуть по-другому, буду делать гипсокартон. У меня там еще будет вентиляция. Я, кстати, еще сегодня была в магазине Леон Марлен. Как он правильно называется? Короче, я его называю Хелен Марлен. Ладно, шучу. Он называется Леруа, как-то так. Леруа Марлен. В общем, мне не нравится. Я не могу выговорить. С этого я туда не езжу. Но там есть определенные моменты, тоже очень прикольные. И раскладка там прикольная. Не во всех эпицентрах есть. Я была в эпицентре маленьком. И сегодня я приехала в самый большой эпицентр, который есть в Киеве. Это... эпицентр на Полярной. Он просто огромный и такой большой выбор, и столько всего, и я прям провела здесь очень много времени. Но я наконец-то купила люстры, я сегодня объездила, то есть с самого утра я отвезла Демку в сад, Нику в школу и поехала. Где я только сегодня не была, в каких эпицентрах, в каких магазинах, я была в Брилле, в общем, где только не была, но вот купила самые недорогие, получается, что оказались здесь, в эпицентре на... Ну, выбор просто больше. В эпицентре на Полярной. Книги купила ватман, потому что ей для школы надо. Также купила себе... О, мне так нравится вот этой вот фирмы манго. Очень вкусно пахнет. У меня уже закончился. Вот. И у меня маленький домик почти окончен внутри. То есть будут потолки уже готовы. Также... там мне накосячили, я вам потом покажу, сделали откосы и зашли на обои, в общем, такое безобразие, теперь надо это все исправлять. Я даже придумала как, я покажу и расскажу строителю, ну, там, прорабу, может быть, он одобрит и скажет, да, хорошо, сделаю, нет, буду делать сама. И купила краску эмульсионную, чтобы покрасить откосы. Вот, валичек купила, и мне надо еще одну стену на кухне покрасить в такой серый цвет. Но у меня нету лестницы, я не знаю, как я доберусь до потолка. Но я что-нибудь придумаю. И все это надо сделать на этой неделе, потому что на следующей неделе уже начинают утеплять потолки в маленьком домике и их натягивать. С большим домиком буду делать... что буду делать? Буду делать наружку, и пока все.
Вот, потому что денег на все не хватает. Как-то так. Оставайтесь со мной, дальше будет. Я вам дома покажу, в общем, что мне там строители наделали. Это будет твой строительный блог? Где? Здесь. Сейчас, у меня тут уголочек. И что? О, всем привет. Ника меня в Инстаграм снимала. Сейчас, как я поняла, по формату перевернутого телефона, это значит для Ютуба. Ну, окей. Я строительные влоги пока прекратила снимать, потому что я не успеваю монтировать обычные, но я всю информацию все равно снимаю, я их смонтирую и выложу. А то, что я сейчас делаю, это... Строители этого делать не хотят. Помочь мне некому, поэтому я делаю это сама. Вот, мы с Никой, она мой помощник, Демка уехал к папе. Вот, сегодня выходной день почти, пятница, завтра он его привезет. Мы с Никой красим стену. Да, Ника, мы красим с тобой стену? Да, и я, и ты, конечно. Вот. Я прям особенно. Ну, ты мой моральный, моя моральная поддержка, да. Я заговариваюсь, потому что уже устала. Красим мы, я только сейчас начала красить эту стену, до этого мы красили, я красила откосы, но Ника очень мне помогала, она... Клеила, малярным скотчем, да, проклеила. Малярным скотчем проклеила, чтобы я не испачкала краской двери. Ну, не двери, а косяки. И, ну, там все равно как бы штукатурка, все равно надо будет отдирать. Но мы потихонечку делаем красоту, наводим ее. И я потом еще, я там кое-что придумала. Руки затекают, ты так высоко. Я там кое-что придумала, чтобы исправить, сейчас Ника покажет вам, косяк этого, ребят, которые делали штукатурку. А косяк именно косяки или косяк именно ошибка? Косяк в формате ошибки, да. А. Ну и косяки тоже. У нас два косяка, один в формате ошибки, второй в формате косяков. Ладно, долго болтать не буду, потому что я уже устала, и уже 10 часов вечера, я очень устала, я хочу спать. Поэтому я дальше продолжу, а когда все будет сделано, я вам покажу. Да. Все. Пока. Ну вот, уже есть потолки, уже есть потолки, уже есть потолки. Да. Дёма мне тут помогает. Вот, поэтому я безумно рада. А ну, девушка, включи свет. Опа, все, и теперь очень-очень-очень светло. Все, спасибо вам большое, что посмотрели это видео. Дальше будет, так что подписывайтесь, кто не подписан. И Инстаграм. И на канал. И на канал, пальчик вверх.